В общем, такая история. Вчера залезла на приложение Groupon, увидела там скидку на членство в магазине Sam's Club. Мы здесь ни разу не были. Решили, надо все-таки съездить, потому что она немножко поближе, чем Костка. И топливо здесь дешевле. Карточку мы еще не забрали. Если нам ее не отдадут, поедем в HEB. Сейчас идем, попробуем забрать свои карточки. Тут вход, тут выход. Это типа Костка, но немножко вроде как попроще. Сейчас пройдемся, посмотрим. Ну все, good. Показали код письма, который нам прислали. Предоставили свои права и нам выдали карточки Ярославу мне. Что они нам потом дадут, кроме того, что нас пустили в магазин, я пока не знаю, надо почитать в расчетке. Что мы тебе там про кэшбэк 5% рассказывал? Ну это типа можно заплавиться на их кредитку, уже неосторожненько. Можно заплавиться на их кредитку, которая будет давать там кэшбэк и всякие дела. Угу. Так, ну, как здесь. Так, ну выглядит похоже как Костка. Наверное, нам пока надо продукты, потому что у нас сегодня мало времени, да? Угу. Идите с нами. Они не дадут походить. Это, короче, сезон отпусков. Рядышком. И все надувное. Бомбочка 99. Да. Бомбочки есть, да. Бились в ряд. Плавать не будем. Сколько тебе? Даже вон горки. Домики на дереве даже продаются. Да, только домики они уже пару тысяч стоят. Так. Короче, еще что-то очень много, стеллажи. А, такие продукты почти как и в Костко. Ну да. Знаете, коробки не везде одинаковые. Ну, наверное, да. Так, тут Кэт, Пэт. Здесь хорошо, здесь Диди подписан. Да. Нам надо, наверное, мясо и овощи какие-то взять. Я бы больше пока ничего не знаю, что нам надо. Так, он огурцы. Что тут за огурцы? По три штуки, как и в Костко. Нам надо по три огурца, или взять маленьких? Давай маленьких. Давай маленьких возьму. Помидоры берем? Берем. Алиса, иди за помидорами. А яблоки у нас есть. Перец берем. Берем перец. Клубника. Возьмите, дети, две упаковки. Жень, помоги Алисе, возьми. Возьмите две упаковки. Одну, другой, другую. Берите клубнику. Алиса, возьми, покажи. По одной возьмите, положите. Давай, холодно. Давай, я вообще не холодно. Круассана какого взять? Да, да. Такого или такого? Маленький. Ну какой-нибудь один возьмите, договоритесь. Маленький. Берем. Не брали маленький, давай маленький. Выпечка. И даже как всякие такие смеленькие, смешные. Ну Костка народа побольше. Там еще, по-моему, дальше есть какая-то с говядиной, мне кажется. Ты что-то выбрал, да? Да. Мы никогда не показываем. Вот филе свиное, это длинное филе. Здесь тоже нарезаны эти котлеты свиные. Здесь уже, наверное, опять говядина. Здесь у нас фарш. Надо посмотреть, какой у них фарш взять. Да не знаю, фарш. На, подержи. Вот так. Фарш индейка. Ну, просто такого фарша нет. Чиби такой есть тут. Что-то замороженный.
Креветочки. Здесь рыбка. Тунец. Стейк. Еще что-то. Не знаю, что. Короче, какая-то рыба. Одна рыба. Здесь у нас ягненок. Я иду. Ярослав решил поменять мясо, дать получше за ту же цену. В общем, мусорная продукция очень похожа на Костко, может, только меньше. А нету такого пластинки, этого вот теломука нарезанного такого. Это не видно. Может, надо взять какое-нибудь мяско такого нарезанного еще? Колбаски. Да, бери. Ну, такое я не хочу. Если вот сбоку сортишка есть такая. Такое, ну, какое-то некрасивое. А? Некрасивое какое-то. А сыра нету такого, да? Сыра нет. Такого нету, как мы брали. Ну вот, вода здесь 4,98, 40 штук, Костко 4,99. То есть, в принципе, цена такая же, как и в Костко. То есть можно ездить сам клад. Всем ближе, цена одинаковая. Дети выбрали мороженое. Пойдем дальше. В общем, очень сильно похоже на Костко. Единственная разница, но пока я вижу, здесь, конечно, сегодня не все прошли, не все пройдем, это то, что здесь нет органики, как Костко. Костко очень много органики. Так, дети, идем, выбираем, ищем себе снеки на школу. В школу, да. На перекусы в школу. Смотрим по сторонам. Это не снэк. Вот какой-то ассорти есть. Надо присмотреться. Смотри. Тут тебе вверх. Нет, наверх. Просто положи наверх. Если что-то другое видим, тогда поменяем. Вообще надо было мороженое, как всегда, брать в конце, потому что мы... Ну, просто что-то новенькое. Такое мы просто не брали, наборчик у нас не было никогда. Печеньков. Ну, да, мы. Книжки там. И просто тоже есть всякие книжки. Вон есть коробка этого маленькая Спрингс. Ну там с сыром оригинально и с луком. Не если надо. Бы что-то одно было, то с этим быть. Фоткаешь? Жареная свиная шкура. Это жареная свиная шкура. Это тоже снэк. Если вы вдруг не знали. Я тоже. Да. Немножко пасхальной тематики. И вот ведерки с игрушками. Конфеты в пакетах. Вот такие шоколадные зайцы. Большущие. Хершис. Да, ну, зайцы большущие. Там зайцам мы по одному на каске. Женя. Еще печеньки тоже делать. Украшать к Пасхе. У нас похоже дома есть, да, будем скоро украшать. Католической Пасхи будем украшать. Мам. Вот еще небольшой наборчик к Пасхе. Встретили по пути к кассе. Не знаю даже, что тут. Маршмеллоу, мамдемс, шоколадный заяц. Остальное ничего не видно, что там. Вот так вот мы сходили в магазинчик. Ярослав на кассе. Все, Ярослав рассчитался. $180 мы заплатили за то, что сегодня набрали. Заодно решили и заправиться. Раз мы уже члены клуба. Короче, 9,3 галлона. $20.5.
20 разделить на 9,3, это сколько будет? 2,19 цена. 2,19, да? Да. Может, нормальная цена? Да. Ну, по-моему, 2,80 или 2,5 заправлялись возле Биг Бенда, да? Да. Вот теперь пока-пока.